Народный депутат Украины Наталья Королевская сегодня посетила Международную академическую школу Одесса. Уникальное образовательное учреждение создано по инициативе почетного гражданина Одессы и Одесской области, лидера Украинской морской партии Сергея Кивалова. Школа более чем на 22 тысячи квадратных метров. Включает в себя учебные корпуса, два храма, трехэтажный спорткомплекс, открытую спортивную площадку, киноконцерт-холл, школьное кафе, два бассейна, которые соответствуют высоким международным стандартам. Школа, не имеющая аналогов в Европе и Украине, воплотила в себе самые инновационные технологии и насыщенное воспитательно-образовательное содержание. Нет слов благодарности Сергею Васильевичу Кивалову за то, что он своим личным примером, своей личной инициативой делает вот такие абсолютно нереальные. Я не видела ничего лучше ни в Украине, ни в мире. И я уверена, что эта школа может претендовать на одну из лучших школ в мире по тому уровню сегодня подготовки классов, сумасшедшей инфраструктуры, подбора сегодня учителей. Политик не скрывала своего восторга от масштабов проекта. Она назвала Международную академическую школу лучшим доказательством заботы Сергея Кивалова о развитии сферы образования в Украине. Я бы хотела, конечно, чтобы мои дети учились в такой школе, потому что сегодня нет в Киеве ничего подобного по уровню, по оснащенности, по комфорту. Важно, чтобы ребенок развивался в гармонии. И вот баланс точных наук, духовного воспитания, возможности самореализации, он очень-очень важен. И то, что мы сегодня увидели, фантастический бассейн, фантастический спортзал, фантастический зал, где могут проходить мероприятия такого городского и национального масштаба. Отмечу, что сейчас ведется набор учителей и учеников с 1 по 8 классы, которые будут учиться в Международной академической школе Одесса. Важно отметить, что заявления на обучение принимаются со всех районов города не позже, чем до 18 июня. Проходят собеседования, и учителя, желающие преподавать в школе, присылают свои резюме на электронную почту. Адрес для подачи заявления от учеников и педагогов вы видите на экране.